Всем привет! Я никогда не думала, что я буду снимать такое видео на свой канал, но на моей жизни. В том числе не только о косметике, не только о шмотках. И это никогда не было приоритетом моей жизни. Мы с вами знакомы больше 8 лет, и я приходила на этот канал. Вообще, я начала снимать тогда, когда моя жизнь рушилась по всем фронтам. Личная жизнь, в первую очередь. И YouTube тогда стал для меня спасением, тем местом, которое помогало мне отвлечься. И я думала, что мне удалось собрать больше 500 000 людей, у которых есть общие интересы, которые потом даже вошли в мою жизнь. Я начала опускать вас в свои влоги о моей обычной жизни. Я делилась с вами своими переживаниями, своей радостью. Мы с вами разделяли боль. Вы мне сочувствовали. И я никогда не вступала в какие-то политические беседы и споры. Я никогда не освещала эту тему на своем канале, потому что это был мой островок, где я могла как-то развеяться, отвлечься, где я могла рассказать о том, что я люблю, поделиться какими-то хорошими моментами своей жизни, где я могла спросить у вас совета. Но очень много боли, очень много страданий и свою войну за свою семью, за жизнь моих близких я проживаю уже даже не 8 лет, а гораздо дольше. Моя семья — это не только я. И это не их выбор, это не их желание становиться публичными и выносить все на обозрение, по сути, чужих людей. Поэтому о многом я не имею права говорить и все детально освещать. Даже о себе я очень многое не рассказываю, а о своем здоровье, о своих обследованиях. И, собственно говоря, почему только сейчас я прихожу на YouTube, не хочу сказать, что происходит, что у меня на душе, что в моей жизни, не только моей. У меня нет никаких наставников, у меня нет людей, которые пишут за меня тексты, которые подсказывают мне, как правильно вести себя в той или иной ситуации. И жизнь к войне меня не готовила. И тем более жизнь меня не готовила к тому, что будет такая информационная война, и что в моем окружении найдутся те люди, которые будут не просто поддерживать войну в Украине, а которые будут непосредственно тебе и твоим близким желать смерти, которые будут рассказывать мне, что это, оказывается, мы сами себя бомбим, еще много каких-то других историй, за что мы это все заслужили. И когда я спросила, вот как вы думаете, если умрет кто-то из моих близких, как вы мне это объясните? Я украинка. Вся моя семья из Украины. Я русскоговорящая украинка. И за чуть больше, чем 20 лет никто и никогда меня не упрекнул. Как-то, ну вообще никаких негативных выпадов в свою сторону из-за русского языка я в жизни не слышала. И сейчас, когда я приезжаю к своей маме домой, когда я встречаюсь со своими близкими, мне ни разу никто ничего не сказал и не сделал за то, что я говорю на русском. Вот так сложилось исторически, что мои родители выросли в Советском Союзе, и меня воспитывали на русском языке.
том плане, что это был наш первый язык, на котором мы общались дома. Да, в школе я училась на украинском языке. Моя бабушка из Черниговской области, одна из них, она была учительницей украинского языка, и она говорила на украинском языке. И никогда не было никаких проблем в связи с этим. Мы, украинцы, очень любим нашу родину. Но это не значит, что мы какие-то нацики, бандеровки, бандеровцы, и как там нас еще сейчас обзывают. Вы должны понимать, что националисты есть в каждой стране, но это небольшая группа людей, и ни я, ни один член моей семьи, никто из моего окружения никогда плохо не высказывался о другой нации. И после того, как я начала освещать происходящее в Украине, это настоящая мерзкая, фашистская, забирающая жизни мирных людей война. Мне посыпалась куча других объяснений, за что нам это все, проклятий и, боже, чего только не было. Я не знаю, в какой момент многие сделали выбор в пользу того, чтобы оставаться глухо, слепо немыми и верить в ту пропаганду, которая идет из телевидения. У меня есть огромное количество знакомых, близких, которые проживают в Украине. И вся моя семья тоже была там до последних дней, когда мне удалось забрать маму. Понятное дело, мой брат не может оттуда выехать. И вы знаете, я просто не понимаю, как можно считать, что украинцы сошли с ума, блогеры украинские как подурели. Там кто-то говорит, что мы даже за деньги это рассказываем, показываем, что все это фейк. У меня нет никаких моральных и физических сил с кем-то спорить и кого-то убеждать. Потому что получается, что весь мир сошел с ума. Все компании, которые уходят из России и теряют огромные деньги, они тоже сошли с ума. Все звезды, ну, все люди, которые проживают в других странах и имеют доступ ко всей информации, мы все сошли с ума, получается. То, что российская власть решила переть танками на украинцев и устроить геноцид нашей нации на нашей же земле, это бесчеловечно, это не имеет никакого оправдания. Я до сих пор не могу прийти в себя, несмотря на успокоительное, снотворное и так далее. Я просто не понимаю, за что. За что убивают мирных украинцев? За что нас выгнали из наших домов? Война не имеет никакого оправдания, что бы вы мне ни писали. Вы можете мне говорить, что это все фейк, а я вам скажу, что у одного из наших родственников больше нет дома. И это не украинские солдаты его стерли с лица земли, как и многие украинские города. Просто сравняли с землей. Это ужасно. Когда тебе говорили, что Оля, забирай своих родных, что может быть война, все до конца не верили. Это настоящий кошмар, который невозможно пережить. Глядя на то, как страдают люди. Черт, я обещала себе не плакать. Потому что уже такое впечатление, что у тебя
закончились слезы, что у тебя нет сил бороться с теми, кто верит в эту дурную пропаганду, жесточайшую. В моем реальном окружении нет ни одного человека, кто хоть как-то бы смог оправдать то, что убивают детей, убивают женщин, стариков. Но 40% моей аудитории из России, не все, конечно, находятся те, кто объясняют мне что-то. Я потом звоню всем своим близким и спрашиваю, все ли живы, потому что многие прячутся по подвалам. Кто-то спит в метро, кто-то говорит, что у него больше некуда возвращаться. Кто-то потерял своих близких. Украинцы, правда на вашей стороне. Это знаете не только вы, а весь цивилизованный мир, кому не закрыли информацию, кто способен хоть как-то здраво размышлять и анализировать все происходящее. Вы все выдержите, мы обязательно победим. Пожалуйста, берегите своих близких, помогайте по возможности тем, кто нуждается в этой помощи. Я со своей стороны делаю все возможное, и порой даже кажется, что ты не можешь ни спать, ни есть, не видеть своих детей и ломиться что-то делать, но ты поднимаешься и делаешь это, потому что никто не способен понять и прочувствовать то, через что проходит украинский народ, пока сам не окажется в такой ситуации. И не нужно мне рассказывать, как мне реагировать, что мне делать. Я прошу вас с каждой стороны. Кто-то орёт, не разговаривай на русском. Кто-то, почему ты сидишь, не снимаешь видео? Я всего лишь человек. И война началась тогда, когда я была в полном разваленном состоянии, именно физическом. Я 2 месяца не выгребалась из болезней. И война меня окончательно прибила, пока я не пришла в какую-то вообще относительную норму, чтобы хотя бы, блин, ходить, дышать и говорить. Я не могла снять видео. И не нужно за это еще гнобить и топтать своих же. Я благодарна тем, кто поддержал меня лично, кто не молчал в России, кто хотя бы осознал то, что происходит, кто нашел доступ к информации. У нас есть знакомые, которые живут в России, и они решили покинуть страну, потому что они не согласны с диктаторским режимом, который сейчас управляет Россией, который привел нас всех к тому, что сейчас происходит. Они хотят поддерживать своих знакомых из Украины, они хотят помогать, они хотят иметь право голоса, они хотят высказать свою позицию. Пусть даже просто кому-то посочувствовать, тем, кто потерял самых близких, своих родственников. Черт побери, у нас с вами настолько близкие родственные связи. У 30% наших народов есть родственники. И у меня они есть не только в Украине. И это, знаете, как долбиться просто головой в стену и доказывать, что черт, мы тут умираем, нам тут небезопасно, нас выгоняют с нашей же земли, и тебе говорят, спокойно, сейчас там поубивают ваших нациков, черт побери, это получается мы нацики. Я просто в шоке от происходящего, и поверьте мне, что многие даже не осознают того, как это все аукнется для всего человечества. И что может произойти завтра?
И вместо того, чтобы закопать топор войны, многие почему-то закопали свою человечность. И пока у меня все тети, дядя, бабушка, брат, двоюродные братья и сестры, все находятся в Украине, мне рассказывают, как нас спасают. Русской армии никто в Украине не рад. Их не встречают с цветами. Их не просили туда приходить. Кто-то, кому сейчас несказанно повезло, он сдался и находится в плену, когда-то донесет правду всего того ужаса, который затеяло российское правительство на территории независимой Украины. И то, что уничтожают не военные объекты, а мирное население. У меня есть знакомые и близкие, которые до этого жили в Луганске, в Донецке, и которые рассказывают, как российская армия их так спасла, что посмотрите, во что превратились процветающие, богатые регионы Украины за 8 лет после того, как их начали спасать. И продолжают это до сих пор. Я никогда не рассказывала, кому я помогала за все это время. Я извиняюсь за то, что я не поднимала эту тему. Моя лучшая подруга из Луганска и вся ее семья. Есть несколько семей из Донецка, которым я помогаю. Они сейчас живут здесь. Кому-то я делала бесплатную рекламу для того, чтобы люди могли начинать заново в новой стране. По той причине, что они должны были бежать из Украины, не в сторону России. Оба моих родителя из Черниговской области. В Чернигове не просто уничтожили военные базы и объекты. Там стирают с лица земли жилые дома, школы, больницы. Нет ничего святого. Детские сады, школы. И это не только в Чернигове. Херсон, Мариуполь, Харьков. Во что превратили Харьков? Во что превратили Киевскую область? И другие города, я боюсь даже о ком-то, не то чтобы забыть, а кого-то не назвать, потому что мое психологическое состояние равно не нулю, блин, а минус 10. Когда 24 числа мы проснулись, и как-то так получилось, что я не взяла в руки телефон, а пошла умываться и собирать детей в школу, Томик проорал: «Звони маме, Украину бомбят». Вы себе даже не представляете, каково это проверять. Почти месяц, когда твои родные и близкие были последний раз в сети, а кто-то больше никогда не сможет дозвониться, увидеться, обнять. Есть те, кто рассказывает мне, что это потому-то, да потому-то. У меня просто нет никаких сил и желания разбудить сострадание, эмпатию в тех людях, которые давным-давно их потеряли. Я больше не намерена с вами разговаривать и в чем-то убеждать. Я благодарна всем, кто поддержал не только меня, но и весь украинский народ. То, что я проживаю в Польше 14 лет, это не значит, что я предала Украину, что я сбежала, что я никогда не хотела там жить. Так сложилась моя судьба. У меня муж поляк. Мы познакомились в Украине. Я сюда переехала по нашему обоюдному желанию, и мы решили здесь строить нашу семью. Но я всегда, всем сердцем буду с Украиной, с ее народом.
в любой ситуации. Что сейчас происходит у меня? И почему я не снимаю видео? Потому что после того, как прошло мое оцепенение и полный паралич физиологический, моральный, психологический, после всех вот этих объяснений, пропагандистских оправданий, единственное, что я могла сделать, это сосредоточиться на своей семье, которая находилась в Украине, и тех людях, которым я могу чем-то помочь. Реально помочь сейчас, и буду продолжать это делать, как, по сути, очень долгие годы. Просто я о многом не рассказывала публично, и сейчас я тоже об этом не снимала влог, потому что, блин, не до этого, поверьте мне. И меня очень радует то, что есть небезразличные люди абсолютно разных наций. Это и россияне, и белорусы, которые проживают здесь, в Польше, помимо украинцев и поляков. Это понятно. Мы все дружно принялись помогать. И я просто благодарна всем, кто остался человеком. И кто-то нуждался в одежде, кому-то нужна была коляска, кому-то нужен был бронежилет, кому-то нужно было просто помыться или переночевать и ехать дальше. Чем смогла я помогла. Я всего один человек, кто занимается моим каналом, у меня нет какой-то команды, бригады, я не знаю, кого-то, кто мог бы сделать это, насколько я была в состоянии, насколько мои человеческие возможности позволяли это сделать, я помогала вот такому количеству людей, остальным хотя бы информационно, опять же, насколько могла прочитать сообщения в моем директе или ответить на комментарии на YouTube. Я прошу прощения у тех, кто не получил ответ лично от меня. Это невозможно в такой ситуации, потому что наплыв людей сюда, в Польшу, колоссальный. Вы знаете, даже те люди, от которых ты не ждешь никакой помощи, которые для тебя чужие, стали родными. Это и родители одноклассников моих мальчиков, которые согласились приютить моих зрительниц, которых я сама в жизни никогда не видела, но которых приняли как своих, которых обогрели, обняли, накормили и разрешили жить безвозмездно столько, сколько нужно будет. Потом мы приняли решение, что моя мама тоже должна приехать ко мне. Пока они ехали сюда, их в общей сложности 5 человек, 3 женщин и 2 детей, я думала, что у меня реально разорвется сердце, потому что русская армия не дает зеленых коридоров и нет каких-то безопасных путей. Я знаю, что российские власти рассказывают совершенно другое, и прокремлевские СМИ тоже рассказывают, что это наши не дают зеленых коридоров. Слушайте, я не хочу ни с кем вступать в дискуссию, потому что мне не нужна чья-то правда и чья-то информация. У меня родные, близкие, знакомые живут там, и кому, как не мне, знать. Оставьте эту информацию для себя и живите с ней. Когда они проезжали Белую Церковь под обстрелами, я думала, что я просто сдурею. В это время мы с Томиком покупали какие-то матрасы, потому что не для всех есть спальное место в каждой комнате, да, у нас у мальчиков отдельная комната, мы поместили мою маму с моими мальчишками. По-моему, единственное, что я засняла, это то, как мы немножко переобустроили наш дом, и это, собственно, все, на что меня хватило. И пока что в Кракове довольно сложно снять квартиру,
вообще хоть комнату какую-то, поэтому мы все живем вместе. Возможно, я дальше буду снимать какие-то влоги или какие-то полезные видео, но забегая наперед, скажу, что у меня нет никакого морального права просить непубличных людей, которые проживают у нас дома, на какие-то интервью, на какую-то беседу. Это их выбор, я его уважаю. Поэтому даже сейчас я не могу себе позволить прийти в кухню, поставить камеру там и что-то готовить, и чтобы на фоне были люди, которые никогда не хотели, не стремились к тому, чтобы становиться публичными личностями и как-то участвовать в моих влогах и так далее. Как оно будет дальше, я не знаю. Пока что у меня физически нет возможности снимать какие-то ролики. Свою комнату, где я ранее снимала видео, я отдала тоже тем, кому она сейчас нужнее, важнее. Но я знаю, что обычные влоги помогают как-то не то чтобы отвлечься, просто хотя бы переключиться. Но моя жизнь очень сильно изменилась. Наверное, единственный раз за последние 3 недели мы вышли вот так беззаботно погуляли на природе, и то я постоянно следила за новостями в Украине, в мире, потому что это очень страшно. Ты переживаешь каждой клеточкой своего организма, даже той, в которой за все эти недели не осталось никаких признаков жизни. Это невозможно игнорировать. Когда ты слышишь, сколько погибло людей, это уже больше не людей, а детей. Людей это даже страшно называть. Погибло больше 100 детей. Я как мама, я не могу себе представить то, через что сейчас проходят родители, кто-то потерял сына, дочь, бабушку. Мою бабушку нам не удалось забрать из Украины. Она находится на оккупированной территории. Там располагаются российские войска. Я так понимаю, что там их какой-то штаб или что там такое. Они мародерствуют. Они разгромили даже продуктовые магазины. И страшно пойти за хлебом. Продукты у бабушки потихоньку заканчиваются, но, к счастью, опять же, благодаря моим зрителям нашлись те добрые люди, настоящие люди, которые мало того, что помнят, в каком именно селе живет моя бабушка, еще и предложили помощь. Мне очень сложно дается все происходящее. Пока что я не решила вообще, буду ли я дальше снимать на этот канал. Я не планирую никакие альтернативные соцсети, там группу ВКонтакте или Одноклассники, или Росграм, или как он там называется. Поверьте, это последнее, что меня сейчас интересует, и группу в Телеграм я создавала тогда, когда боялась, что и в Украине закроют Инстаграм, и так как я постила и буду продолжать это делать, какую-то полезную информацию для тех, кто сейчас находится на территории Евросоюза, буду делиться какими-то полезными контактами, ссылками. Вот, и только для этого я создавала свой канал. Я не планирую закрывать свою страничку в Инстаграме. И если я когда-то решу возобновить свою деятельность как блогера, я, возможно, буду продолжать вести Телеграм в качестве какого-то дополнения. Но я пока что не способна производить тот контент, который был раньше. Я не могу улыбаться, я не могу притворяться, что все нормально. Если раньше мне это порой удавалось, когда было очень тяжко, когда было сложно,
когда было грустно, когда я теряла папу, когда мы боролись за жизнь мамы и так далее. Сейчас нет. Моя душа настолько растоптана, что у меня нет никаких сил на соцсети. Как у человека, не как у блогера. Когда-то YouTube помогал мне выгребаться из моей психологической ямы. Возможно, это также будет способом пережить всю боль, которая есть внутри. Но на данный момент, из-за того, что у нас вот 9 человек в доме, мне сложно снимать хотя бы даже влоги о обычной жизни, так чтобы это касалось только меня или моей семьи и не затрагивало никого другого и не нарушало личное пространство других людей. Да, вот как-то так. И комментарии к этому видео я отключу, потому что я не намерена вступать в какие-то споры, я не хочу какой-то очередной информационной войны межнациональной в комментариях. Тех, кто потерял в себе человечность, нам больше не о чем разговаривать. И я также не хочу рассказывать о своей семье, кто где конкретно находится в целях безопасности, потому что нашлись те, даже не люди, я не могу их так назвать, которые не просто оскорбляли, а которые сеяли угрозы, которые желали смерти, рассказывали, каким образом наступит расправа с моими близкими и со мной в частности. Единственное, что могу сказать, что почти вся моя семья находится в Украине, и не нужно мне указывать, как мне проживать свою боль, не нужно обвинять меня в хайпе, не нужно доносить какую-то другую правду, потому что правда только одна, и она на стороне украинцев. Мы держимся. Мы справимся, и я верю, что победа не за горами. Остальных я призываю оставаться в первую очередь людьми, читать независимые СМИ и слушать истории реальных людей, а не фейки из телевизора, пропагандистские. На этом все. Я не знаю, когда мы с вами увидимся. У меня есть отснятый материал, но мне не хотелось ни монтировать его, вообще не просматривать. И пока что свою энергию я направляю в совершенно другое русло. Но мы точно с вами не прощаемся, мы еще увидимся. Наверное, вопрос в том, когда. Пока.